Большинство депутатов законодательного собрания Севастополя проголосовало за отставку уполномоченного по защите прав предпринимателей города Тимофея Смирнова. Решение об отставке было согласовано с бизнес-омбудсменом при президенте России Борисом Титовым. В адрес законодательного собрания 24 ноября 2020 года поступило заявление уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Смирнова Тимофея Викторовича об освобождении занимаемой должности по собственным желаниям. Для решения вопроса севастопольские депутаты провели тайное голосование. Отставку Тимофея Смирнова поддержали 19 из 20 присутствующих парламентариев.